всем привет, ребята, с вами я, Петя, и со мной сегодня градусник, Никита, Валерка и Айрон. Поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем хай, дорогие друзья, гости моего канала. Бабить. Будем устраивать битву Мерседеса ДЛК против Пагани Зона Р. Стоимость Мерседеса ДЛК РТР 9 миллионов, максимальная скорость 362, управляемость 8,5, привод РВД, награда в автосалоне 71 и привод за... Ой. И цена за милю 3155. Управляемость 8,5, привод РВД, награда 71 и цена за милю 3145. Все, теперь ты поехал в себе. Я погнал. Скорую перевернули. Окей. Да, сегодня будет сравнение вот ДВК и это. Еще минус 7. Да тихо, ё-моё, хватит орать, хватит орать. Чем все орёте? Хватит орать. Мы же снимаем ролик все же. О, сел там уже в городе. Короче, это самое... Да почему Фроги Доги на это на Ламборгини СС-02? Возьми до Укали, уже. О, тогда я тоже. Да чего вы меня пихаете, алло? Не надо, спамните, пацаны. Спамните все мерсы. Да блин. Мерсы. А это, Пагани, Пагани, это же не надо, что ли? Сейчас посмотрим, кто выиграет. Пагани. Мало у кого есть. У кого есть, у кого. Не забывай. О, Изичка, первое место. 9 секунд, 282 миллисекунды. Градусник. Чем? 75 км в час. Какой приехал? Второе приехал. За 9 секунд этот ТЛК приехал, нифига себе. Вот это немцы делают, конечно, тачки. А, блин, а я третий. Да, подожди, что? Айрон. Я 4 врубил, я Фроги Доги дал в 4, чтобы попользоваться. Чего? Айрон, смотреть на башку. Да, ну я вижу, чё. Не, ну я же выиграл! Ну по фактам, я же выиграл. Выиграл. Значит, ДЛК, ДЛК в первом раунде выиграл. Что ты тут это самое? Сейчас напрыгается. Я выиграл. Да почему я на втором лету? Нет, неправда. Мы одинаково приехали. Какой одинаково? Там это самое. Там миллисекунды, там. Там миллисекунды, я что, разрешали, понимаешь? Там миллисекунды разрешали, понимаешь, бананчик, чё? Сколько этот Мерседес едет? 362. Почему я 4 еду? Алло, третий. Наконец, хотя бы третий. Да блин. Вы меня обогнали. Да я 4-й еду. Да какого черта это самое? Я еду вторым по своему интернету. Я рядом с зеленым Марсиком еду. Почему я это самое? Ну типа... Ладно. Ну там кто-то на зеленом Марсике едет. Это первый. Ну как ты это не понимаю. Ты смотри. На какой машине еду? Я по максималке сейчас еду. Я тоже на максималке сейчас лечу. Я 4-й еду. Ну 4-й, окей. Да, 2 секунды, 6 миллисекунд. Ладно. Кто выиграл? Получается, ну с читами, да? Все залетело чисто. Ну понятно, все, читать. Да, фу. Фу, читы. Второй приехал. Неправда. А, значит, этот... все же пока не зон-то быстрее по скорости максимальной. Диалоги это... Мне нужно перезайти, а то у меня забагалось. А видели, как я отлетел? Весь город на ладони называется. Компьютер петь. Осталось 12... А, нет, осталось 25 минут до премьеры. Градусник, не хочешь полетать? Ладно, нет, ну, не хочу. Окей, мы вернемся. Нет. Йо, давайте, дальше, мы там дальше продолжаем, три. Ребята. Давайте, все. Так, вот, ребята, я перезашел. Что-то слишком все громкие, ребят. Надо попросить. Фроги сделал all over с узбек. Да, я узбек. Да, ты узбек. Я узбек. А могу разговаривать с Акцентом. Ну все, пока что 1-1. Мы выиграли это на драконке ДЛК и на малкой скорости все же. Это
Я не знаю, если в Рокки-Докки, конечно, создается то, что он читы врубал, либо же нет, не знаю. Но я обожаю эту гонку, я должен приехать первый. Не понял сейчас что-то. А почему я... А чё я второй? Кто? Кто первый на Марс едет? Это кто? Мужчина, вы кто? Это же Рокки-Докки. Изичка, первое место, 23 секунды, вообще. Я обожаю эту гонку, я самый первый всегда приезжаю на ней. Я одну эху, 2 градуса. 2-1. Пока что ДЛК выигрывает. Все, изичка. Градусик, слышишь, ты обойма подтолкаешь меня. Я че, пока. Ну конечно, блин, я один у вас тут трое. Че, офигели? Да че вы телепортируетесь? Место, это 4. Это читы бан. Сел читы бан. Нет. Бан. А почему сел на это на ДЛК едет? А, так вот кто ехал, вот кто разложился передо мной. Все разложился. Вот кто ездить не умеет. Все права купил. Если что, это шутка, села, что я не воспринимаю ее всерьез. На самом деле, в душе. Да-да-да. Hello, type is my friend. Я Dead Inside, мне 9 лет. Да. Ну ладно. Ооо, так. Хорошо, первое место. Пока что это лидерство, я что держу. Блин, второе место, ладно. Дьявол. Да блин, да почему, блин, с интернетом я вижу то, что передо мной два человека едут. Алло. Я не могу. Да почему ты такая неповоротливая, это ДЛК? Домой! Я ненавижу эту конку. Радостненько, надо остановить. А, ну круто, я последний еду. Нормально. Я последний. Ну наконец-то, хотя бы один раз. Я четвертый. 30 секунд. Как ты сюда? Пацаны, нормально? Коробочку чисто залетел. Поехали наверх, это управляемость посмотрим. Подъема. Управляемость посмотрим. Да кто это сам? Да я сейчас подлечу. Уйди, этот Forza Productions. Ты нереальный Forza. А я сделаю так, и мне разрешат. О, все, блин. Ну ладно. Окей, да ё-мо, ты чё тебе... 10 секунд, быстрее. Да убери свой этот Lamborghini SS02, ё-моё. А на чём я поеду? Ну едь, не знаю, пешочком. Пешочком не вариант. Ну, не мои проблемы. Пешочком. Проблемы. Ой, да почему так сложно, господи? Я еду третий, наверное. Ё-моё, второй! Да там это самое, да тут читер разложился, сел вообще в лоу-райд сел. Что происходит, я не понимаю. Сзади этот бананчик едет. Ну круто. Ё-моё. Пока. О, сел там, отлетел почти. Да ё-моё, да нет, я должен отстоять это место долга. И давай быстрее. Не хочу, да чё с вас поворотливостью у этой машины? Давай, первое место! Домой! 44 секунды, 2 миллисекунды! Идеально, просто изичка, пацаны. Пока что ДЛК выигрывает, просто по всем параметрам, по всем параметрам. Сейчас будет решительная гонка. Да, внедорожье. Кто же вы? Блин! Все отлетели. Один Айрон остался. Ну, конечно, кто не как Айрон. Сел, сделай, пожалуйста, день. Это слишком темно. Как в жопе у негра. Ну, ладно. Сделай день! 8 утра сделай, господи. В чем проблема? Я сделаю 5 утра. Зачем? 5 утра. Я там просто Петя видео. Мы это... Наверное, Петя. Кстати, ДЛК реально прикольно выглядит. Да кто там на Макларене-то сел? Кто на Макларен сел? Давай! Да Мерседес, да чё ты это самое едешь как кит? Давай, Мерседес. Обратно Мауф. Ес. Yes. Давай, вперед! Да! Первое место, 23 секунды, 5 миллисекунд! И в этой битве выигрывает Мерседес ДЛК. Ну всё, идёт инсайд. Всё, это... Ну и выиграл он. Погани идёт попку. Выиграл я.
Ну что, ребята, вот подошел к концу этот видеоролик. Если вам он понравился, вы нажали на него лайк, ну либо подписались на канал. Слушай, он смешнее моих. Петя, Айрон, Градусник, Никита и Валерка, попрощайтесь. Всем пока. Всем пока. Всем пока, дорогие друзья. Всем пока-пока.